Друзья, приветствую! Сегодня я покажу вам простой и вкусный рецепт приготовления в духовке куриных крылышек с соевым соусом и специями. Что нам нужно? Куриные крылышки, специи, которые вы любите, и самое главное, это соевый соус. Для начала подготовим мясо. Маринуем мясо, добавляем специи. Оставляем мариноваться на 2 часа. Мясо кладем в форму. Отправляем в разогретую духовку выпекаться. Достаем крылышки, переворачиваем и отправляем обратно в духовку. Наши крылышки готовы, а сейчас сервируем.
Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если уже подписаны, проверьте, включен ли у вас колокольчик. Включите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Засыпаем кедровыми орешками. Желаю всем приятного аппетита! До новых встреч!